Сельское хозяйство – одна из самых мощных отраслей экономики нашей страны и, конечно же, активно развивающаяся сфера в нашем регионе. Аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев поздравил работников и ветеранов агропромышленного комплекса с профессиональным праздником – Днем работников сельского хозяйства, пищевой и обрабатывающей промышленности. На торжественном мероприятии побывали и наши корреспонденты. Восточно-Казахстанская область находится на ведущих позициях по темпам прогресса в сельском хозяйстве. На сегодня основная задача, которая стоит перед аграриями страны – обеспечить внутренний рынок разнообразной продукцией и добиться конкурентоспособности на мировом рынке. Сельское хозяйство – это основа основ. В целом, наверное, самая первая отрасль, оформленная отрасль экономики – это было сельское хозяйство. То есть люди сначала занимались охотой, собирательством, и затем уже постепенно перешли к подсечно-огневому земледелию. Это как раз-таки было то, что, в принципе, сделало нас тем, кем мы сегодня являемся. Самое главное то, что вы сегодня создаете рабочие места, ваша активность, и вокруг вас бравируется большая группа, у кого-то большая, у кого-то меньше людей. И эти люди имеют свои семьи, и вовремя выдать зарплату, вовремя, то есть как бы сделать так, чтобы они были довольны, это большое дело. Именно в агропромышленном комплексе сегодня внедряют самые современные технологии, используют новейшее оборудование для производства качественных и безопасных товаров. Стоит отметить, что труд каждого работника сельского хозяйства и результаты, достигнутые ими, имеют огромное значение для экономического развития региона. Я выращиваю овощи с 2015 года. С 2016 начал использовать метод капельного орошения. Мы впервые начали использовать данный метод в регионе. Пусть грядущий год будет урожайным. Для тех, кто занимается овощеводством, один из главных факторов – погода. Насчет капельного орошения, я считаю, его необходимо активнее применять в нашем регионе. В первую очередь это экономит воду, а также метод удобен для использования удобрений. Работникам сельского хозяйства были вручены медали «Еңбек ардагері», «Ауыл шаруашылығы саласынын үздігі», а также почетные грамоты Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан и акима Восточно-Казахстанской области. Впечатления очень хорошие, радостные, на душе, приятные. Что уж сказать. Всем здоровья, не болейте. Всем процветания, чтобы нынешний год был тяжелый у нас, чтобы следующий год был для всех удачным, урожайным, самое главное. После церемонии награждения аким области представил участникам мероприятия нового руководителя управления сельского хозяйства. Главой ведомства стала Ажар Кажибекова, ранее занимавшая пост советника акима Восточно-Казахстанской области по сельскому хозяйству. Тамирис Кабаева, Карахаджи Хсылыкызы, Асхат Урдыбаев, Алтай Ахпарат.